Ну что, let's go, нули. Наверное, поедем. Все у нас получится. Поехали. Как машинка хорошо себя ведет. Просто кайф. Ну что, немножко музычки. Хорошая музыка. Кстати, отдал я сегодня, только что отдал я свою курточку. Одна девочка, которая в ателье швеи, нам предложила заменить сам бегунок вместо того, чтобы менять целиком молнию. У некоторых вообще офигенные расценки, офигевшие, я бы сказал. То есть, если 67 сантиметров сама длина молнии, то 670 рублей я должен заплатить. Это пипец. Это только за работу. То, что касается в другом ателье, получается 300 рублей это будет стоить. А в третьем ателье просто предложили поменять бегунок. Вот я отдал в третьем ателье, который... Ну что, надо подогреть машинку чуть-чуть. Ну и музычку слушаем. Красивая музыка. Сейчас заехать, наверное, в магазин. Ну что ты едешь-то? И в этом магазине уже тоже было брать себе лампочку, чтобы все равно было хорошо. То, что в том, что он снимает хорошо то, что происходит здесь, в салоне, как я и предполагал, скорее всего. То есть я буду прекрасно виден, а задний фон будет, ну, то есть то, куда мы едем, будет выглядеть, конечно, не очень хорошо, и это неприятно. Вернее, это не совсем приятно. Но что поделать, придется как-то с этим бороться. Едем. Thank you.
стареньких. Ну что, пробуем срулить? Будет хорошо снимать, потому что ночью все, что здесь находится, не будет видно, а вот то, что видно за окошком, будет хорошо, будет видно, поэтому я так думаю, будем снимать все, что находится за окном, только ночью, фокусироваться будет туда, в таком случае. Абсолютно. Ладно, давайте сюда тоже рванем. Неужели? Никто не остановился. И едет троллейбус, выгоняет меня, а я не выгоняюсь. Едем спокойно, комфортно, камильфо, никого особо не слушаем. Я думаю, что должен быть микрофон качественным. Еду на второй скорости. Да, немножечко уже голос начал напрягаться, даже из-за того, что я просто не напрягаюсь, говорю.